В Могилеве прошел открытый чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике. В состязаниях мужчин гомельские спортсмены завоевали 4 награды. На счету Дениса Санувонга 3 серебра в многоборье, упражнениях на коне и перекладине. Кириллу Терещенко не было равных в упражнении на кольцах. Оба гомельских спортсмена в числе кандидатов на поездку в столицу Катара Доху, где в конце октября пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. На турнире в Могилеве удачно выступили и гомельские юноши. В команду на первенстве воспитанники гомельской «Дюшор» номер 4 заняли второе место. Девушки расположились на четвертой позиции.